хочу сказать, что вчера была тяжелая игра. Ребята сумели в третьем периоде, перешли на 3-3, сумели забить, проявили характер, добились хорошей, красивой победы. По сегодняшней игре могу сказать, что первый период был полностью за нами. Забили 2 гола. В перерыве предупреждали ребят, что игра продолжается 60 минут, что нельзя расслабляться. Но во второй период вышли, каждый немножко сбавил. Решил, что все, уже 3 очка в кармане. И индивидуальные ошибки игроков свели на нет все усилия команды. Ну а в третьем периоде пропустили контратаку. Гол. Ну, а туда не смогли забить. Были моменты, хорошие моменты. Но наша болезнь, не используем моменты. Очень обидное поражение. Хотелось бы извиниться перед болельщиками за такое поражение. Будем двигаться дальше. Скажите, а сколько команд вы будете в бою? 5? А что касается нового сочетания, вы видели, да, и с еще вчерашним матчем школы? Белые, красные, синие, то есть у нас, да? Ну, белое звено создавало активность. В принципе, выглядели неплохо для первых игр вместе. Ну, пошли на эти шаги, потому что не забиваем много игр, не можем забить голы. Приходится что-то менять, искать новые сочетания.